Меня зовут Алексей Ницца, и вы смотрите видеоуроки «Теплицы социальных технологий». Сегодня я расскажу о том, как записать скринкаст с помощью бесплатной версии Screencast-O-Matic. Скринкаст – это видеозапись происходящего на экране вашего компьютера. Этот видеоурок, который вы сейчас смотрите, также можно отнести к скринкасту. Самый простой способ записать скринкаст – использовать сервис Screencast-O-Matic, который позволяет записывать происходящее на вашем экране, нажав кнопку в браузере или скачав приложение. Бесплатной версии вполне достаточно, чтобы записывать обычный скринкаст, а при необходимости полученное видео можно дополнить другими элементами, добавить еще видео, голос, музыку, изображение и так далее. Сначала попробуем не устанавливать приложение, а записать, нажав на кнопку в браузере. Этот вариант подойдет тогда, когда вы, например, пользуетесь чужим компьютером или у вас нет доступа к установке программ. В Windows это работает сразу же, а для macOS необходимо установить небольшое приложение, после чего сразу появляется окно записи экрана. Можно выбрать, что именно записывать – экран, видео с веб-камеры или совместить. Также можно либо отключить микрофон, либо выбрать другой из списка. Длина записи ограничивается 15 минутами. Дальше можно выбрать размер части экрана для записи, выделив мышкой или перетащив окно. Чтобы начать запись, необходимо нажать на красную кнопку. Теперь экран записывается, а я пока скачаю приложение Screencast-O-Matic для компьютера. После остановки записи можно предварительно ее просмотреть, после чего нажать «Данные», «Сохранить на свой компьютер», «Загрузить в свой аккаунт Screencast-O-Matic» или «На YouTube». По умолчанию нажатие мыши выделяется желтым кружком, что видно на видео, а запись экрана в бесплатном аккаунте добавляет на видео подпись внизу. Теперь установим полноценное приложение для компьютера, которое имеет больше настроек. После запуска также появляется окно для записи, где можно выбрать микрофон, размер записываемой области и другие настройки. После записи видео его также можно сохранить на компьютер, но здесь уже больше настроек, как качество видео, формат файла и другие. Таким образом, Screencast-O-Matic позволяет бесплатно и быстро записать скринкаст и сохранить видео на компьютере для последующего использования, независимо от типа операционной системы.